Им нет и 20, но они уже лучшие помощники правоохранителей в своем районе. А сегодня борются за спортивные победы. Здесь команды победителя зональных этапов. Начинаем разминку. Круговые движения головой. Перед важным стартом обязательная разминка. Алмаз Мухамаев вместе с командой приехал из Менделинского района. В движении форпост уже 4 года. У нас есть гиревики и легкоатлеты. Каждый выполняет свою задачу. 21 век уж и... Алкоголь и курение – это уже не мода. В рядах самых выносливых и девушки. И уже доказали, что стрелять могут не только глазами. Ты становишься более уверенной, учишься общаться с разными районами, знакомишься. Спортивные достижения прежде всего нужны для ребят, что в плане повышения физической подготовки, чтобы участвовать, например, в тех же самых наших рейдах вместе с сотрудниками полиции. На площадке финального этапа 150 ребят, и каждый из них уже опора правоохранителей. И конфликты помогают решать, и с трудными подростками работают. У нас в 43 муниципальных районах существует центры «Форпост», которые ведут свою деятельность не только по охране общественного порядка, как когда-то это начиналось, но и сейчас в первую очередь это профилактическая работа. Работа с ребятами из группы риска, состоящими на учетах. По итогам соревнований третье место заняла команда из Тюльчинского района, второе – у Менделинска. Победителями стали ребята из Арского района. Рамиль Галиуллин, Ильгиз Шакуров, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қонақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайнлы ру сайтында қорап болады.